Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, в прошлом эпизоде мы уже словили Артикона, да? И вот сейчас, в принципе, ребята, я уже даже не знаю, что делать. Наверное, все-таки я пойду в магазин и попродаю все свои вещи, чтобы узнать, сколько у нас еще есть алмазов, чтобы уже... чтобы уже посмотреть, сколько нам не хватает, чтобы купить еще один алтарь на Забдуса, да? И, в принципе, ребята, я хочу провести еще один опрос, так как... Ну, просто хочу уже провести опрос, чтобы посоветоваться с вами, что да и как. Этот сезон, ребята, как бы Пиксельмон, да, он Пиксельмон выходит, и мы уже почти что словили всех, всех вот этих, всех покемонов, которые есть, да. Ну, конечно, еще там не хватает, еще там стадионы будут, но, в принципе, ребята, что я хочу сказать. Ребята, хочу я какой-то дополнительный сезон, я уже как бы говорил, потому что, ну, Пиксельмон, да, ты тут бегаешь, ты тут ищешь покемонов, ты тут прокачиваешь покемонов, ты тут собираешь какие-то вещи для покемонов, да, чтобы прокачать их там. Но не хватает немного экшена, ребята, потому что, действительно, когда есть экшен и когда хочется играть, то я могу сразу там... Ну, в принципе, действительно хочется какого-то небольшого хотя бы экшена там против мобов с какими-то там модами, чтобы себе крафтить какие-то там вещи и все такое. Поэтому, ребята, я думаю, что так будет еще один дополнительный сезон. Я вот сейчас, у меня есть парочку идей, так как Пиксельмон, да, он как бы есть, но мод это, да. И сезон как бы, но уже как бы, еще раз скажу, хочется еще какой-то дополнительный сезон с немного там экшеном. В принципе, ребята, сейчас я хочу вас посоветовать. Ну, действительно, ребят, пишите в комментарии, кто что думает и кто что, как бы, кому будет нравиться, потому что говорите, что вам, в принципе, будет нравиться и в принципе, и отлично. У меня есть парочку идей, как бы немного разнообразить, чтобы был не только Пиксельмон, а и чтобы был хотя бы немного там экшен, убийств там других игроков, там еще какой-то дополнительный сезон с какими-то модами, чтобы, ну, как бы было куча мобов, куча боссов и куча всяких вещей, которых можно, в принципе, крафтить. И, ребята, у меня есть 4 идейки, и действительно, ну, просто пишите, кто, ну, как бы, что кому понравилось, потому что, еще раз, ребята, повторюсь, хочется немного экшена. Не только ловить покемонов, не, ну, конечно, ловить покемонов и как бы играть в Пиксельмон, это тоже отлично, но иногда действительно хочется поубивать других игроков или, например, там, еще что-то, да, в мод какой-то другой поиграть. Поэтому, ребята, первая идея, это, как, которой я говорил, сейчас, ребята, действительно, слушайте внимательно, потому что каждое мнение будет учитываться. В принципе, не то, что каждый, но, в принципе, да, я вас спрашиваю, что как бы лучше, что вы больше хотите. Первый сезон это тот, что я говорил, как бы у меня 4 варианта, и первый вариант это тот сезон, что я говорил, куча модов, куча всяких просто нереальных боссов, в этот, в сборку модов толком никто не играл в России, ну, как бы не сборка модов, да, я, можно сказать, сам понаходил какие-то сборки, из одной сборки вынял один мод, с другой сборки вынял еще там 5 модов, и как бы совместил, да, и получилось, ну, можно сказать, то, что мне как бы нравится, да, можно и так сказать. Поэтому это будет сборка такая, что будет просто нереальная куча всяких вещей, будет просто нереальная куча всяких монстров, всяких... боссов, и, в принципе, будет действительно чем заняться, кого поубивать, и всегда будет время, ну, и всегда будет действительно чем заняться и куда пойти, в какой-то данж. Не то что данж, ну, в принципе, данж тоже, но там реально будет очень большая куча монстров и мобов и вот этого всего. Так, где-то шмотки, вот. Поэтому, ребята, в этом моде будет действительно очень большая куча всяких модов, боссов, и что самое главное, ребята, там тоже будет Пиксельмон. Но это уже как бы будет Пиксельмон, не только Пиксельмон, что ловить. Как бы вот тут, да, ой, так. Сейчас, секундочку. Так, где оно? Вот. Ребята, там будет не только Пиксельмон. То есть, вот сейчас у нас идет Пиксельмон, да. Мы играем в Пиксельмон, ловим покемонов, прокачиваем покемонов и так дальше. А вот то будет Пиксельмон...
и с кучей других всяких монстров, с кучей всяких модов, с кучей всяких боссов. И как бы Пиксельмон будет немного отходить на другой план, так как, в принципе, первый план это будет крафт шмоток, добывание всяких ресурсов на какие-то офигенные шмотки, убивание боссов, всякое такое. Но, как я говорил, Пиксельмон у нас тоже будет, но он будет как бы на втором плане, да. И самое, что, ну, чтобы тоже не забывать про Пиксельмон, главное, ну, цель Пиксельмона у нас будет только собрать 6 покемонов, ребята. Не будем мы ловить всех покемонов, мы будем, ну, как бы, еще раз скажусь, ребята. Пиксельмон это будет на втором плане, но чтобы тоже, как бы, играть в Пиксельмон, да, мы словим только 6, ну, как бы нужно будет сделать свою команду покемонов. Мы не будем ловить всех покемонов, мы не будем делать легендарных покемонов, мы не будем фосилы искать. Ну, как бы, если спустимся в шахту и там будут фосилы, то, конечно, словим. Ну, не словим, а добудем, да. Но как бы будет то, что нам будет нужно будет собрать одну команду покемонов со всех типов, там электрический, водный, как бы, чтобы была одна команда таких нормальных покемонов. И самое главное, это то, что все покемоны должны будут иметь максимальный 100 уровень. То есть цель Пиксельмона у нас будет в том сезоне, как бы, если будет вот этот сезон, это собрать команду с разных типов покемонов и прокачать всем максимальный 100 уровень. Ну, как бы я еще расскажу, Пиксельмон это будет с другими модами. Это, ребята, первая версия, ну, как бы, первый тип сборки сезона, нового дополнительного сезона, который я как бы хочу, чтобы был немного экшен и чтобы было немного убивания там, ну, не только Пиксельмон, как бы, поимка покемонов, а чтобы был тоже какой-то экшен и убивание боссов и другое. Второй сезон это, ребята, стандартный у нас Хексит идет. Там куча всяких мобов, монстров. Каких нахрен мобов, монстров? Куча всяких модов. Ну, я думаю, все знают, что такое Хексит. И в Хексите, в принципе, всегда есть чем заняться. Там просто нереальное количество всяких модов. И чтобы там изучить полностью весь Хексит и сделать все полностью, что в нем есть, это действительно нужно будет тоже большое время. Но это как бы стандартно Хексит, да? О, еще одна эволюция, отлично. Давайте сначала посмотрим, что это будет за эволюция. Давай. Ну? Ух ты. Рэй, короче, не буду я даже читать вот это имя его. Вот какой он. Прикольный. Чё-то какой-то. Ну, короче, реально прикольный такой покемон какой-то. Так, сейчас. Так, ребята. Ну, Хексит как бы будет стандартно, да? Хексит, но тоже большая куча модов и тоже будет, ну, много что делать в той сборке. Сейчас, ребята, это были две сборки, которые будут, как бы, можно будет сделать дополнительным сезоном. И сейчас, ребята, будут еще два предложения, но это как бы не будут выбрать одно предложение с этих четырех предложений. А вот это как бы совсем другие, можно совместить какой-то сезон, или Хексит, или тот, и с этим. Еще одно есть, третье предложение, это как бы обычные мини-игры, да, то есть не только Пиксельмон, и, например, если выберете какой-то, ну, если будет какой-то, проголосуйте за какой-то сезон, там, что я говорил, с тем же Пиксельмоном и с кучей монстров, да, или же с Хекситом, ну, как бы, может быть и этот сезон, и может быть и мини-игры, ну, то есть мини-игры, ну, обычные мини-игры, чтобы хотя бы были там тот же Hide and Seek, тот же Quakecraft, тот же даже иногда Hunger Games можно поиграть, чтобы тоже немного разнообразить, и тоже, чтобы иногда были даже вот те же мини-игры. И, в принципе, ребята, если будет тоже мини-игры, если вы будете за мини-игры, чтобы тоже иногда можно было их поснимать, как бы, ну, не то, что поснимать, но чтобы были мини-игры, тоже можно было в них иногда поиграть. Я буду иногда приглашать каких-то других людей, чтобы тоже там зачинать какой-то сервер, и, в принципе, тоже можно было поиграть еще с кем-то, да? Поэтому, ребята, и в принципе, если хотите, чтобы были мини-игры, то тоже как бы можно совместить не только выбрать одно приложение с четырех или сезон или мини-игры, а можно как бы, чтобы был дополнительный сезон и чтобы были там мини-игры, да?
Потому что не только пиксельмон, а чтобы еще что-то было. И еще один сезон, и в принципе еще мини-игры. И еще одно приложение, ребята. Я нашел отличный сервер. Как бы в России в это даже толком никто не играет. Я нашел это в Америке. Американские сервера. Короче, полностью майнкрафтовский DayZ. Короче. Все, ну, короче, до мелочей там даже все продумано, так же, как в том же DayZ. Ребята, у меня есть DayZ. Не, ну, в принципе, вот еще какое приложение, ребята. У меня есть DayZ, у меня есть Rust. Если хотите, чтобы я играл там в Rust, немного поиграл с какими-то людьми, если кто-то тоже имеет желание, можно поиграть в тот же Rust или можно поиграть в тот же DayZ. Но, ребята, это майнкрафтовский DayZ, там все намного быстрее происходит, чем в обычном DayZ. Потому что в DayZ, ну, как кто играл, кто смотрел, ну там, короче, сутками просто-напросто нужно бегать с одного города в другой город, и лутаться, и просто-напросто выжидать противника, засесть на какое-то здание, там часами сидеть, смотреть, где кто-то пробежит, и просто-напросто его убить, спуститься, забрать лут, и обратно залезть на вышку, и там сидеть и смотреть. А майнкрафтовский DayZ, ребята, это, то есть, ну, как бы не DayZ, а, но у них более так в этих американцев называется как Walking Dead, да, кто смотрел вот эти, этот сериал, да, про зомби, тот, ну, как бы по этому сюжету сделал, ну, там сюжета нету, но как бы поэтому, да, но я зашел, поиграл, и как бы там все точно такое, как DayZ, там, ну, все такое, кто играл в DayZ, короче, там... Отлично все тогда. И в принципе, ребята, я поиграл, если честно, меня прикольнуло. Меня действительно прикольнуло. И еще что скажу, ребята. Если будем играть в это, ну, если вы захотите, чтобы были не только какой-то дополнительный сезон, а, например, и мини-игры, но может как бы быть и дополнительный сезон, и мини-игры, и даже вот этот DayZ, как бы, да, майнкрафтовское подобие DayZ, то может быть и это, ребята, да, даже может быть и так. Сейчас, давайте поспим. Так. В принципе, ребята, действительно, там все очень прикольно. И тоже можно сделать, как обычные мини-игры. То есть, тоже я потом оставлю ссылку, я потом оставлю лаунчер, как там скачать и все такое. Но это только официальные, ребята, там нет пиратки, это как бы их лаунчер, но в лаунчер нужно заходить с официального, как бы, ну, Майнкрафта. Но тоже, кто будет иметь желание, то тоже можно будет приглашать людей, там сделать какую-то команду. Там есть, ребята, официальные сервера. На одном сервере 60 человек, на другом сервере 100 человек. И как бы есть огромная тоже карта Майнкрафта, ну как бы DayZ, да, тоже города и все такое. Ребята, я там поиграл, там реально все так офигенно. Ты как бы там спавнишься, да, и тебе там нужно идти лутаться. И тот же обычный DayZ. Я там помню... Ну, там тоже как бы тоже френдли, знаете, как в том же DayZ, а потом френдли, а там чувак сзади тебя с каким-то молотком прибежит и начинает тебя по голове дубасить. Но там тоже как бы в команде, там, да, конечно, намного лучше, но я еще раз скажу, кто, если будем играть в это, то можно еще кого-то потом будет пригласить и тоже с ним поиграть. И вот что я думаю, может этот сезон сделать с випкой, как бы с веб-камерой, что, ну, в принципе, это уже такое, дополнительная функция, если кто-то захочет, то, в принципе, можно будет и с вебкой поиграть. Ну, как бы там реально очень прикольно, ребята, ты там начинаешь, ты там лутаешься, ты там ходишь, бродишь, ищешь себе автоматы, пулеметы, патроны, еду. И я там поиграл, ребята, там бегают чуваки... В одной команде по 3-4 чувака, но если ты знаешь тактику более-менее, если ты знаешь, как там играть, то, в принципе, можешь выжить нормально. Я там поиграл, может, полдня, я там взял, нашел себе только обычный автомат, и у меня было там 20 патронов, я зашел там в обычное здание, в какой-то там медцентр. И просто стал на shift, так как я просто, знаете, не хотел даже шевелиться, потому что видит, что за окном там бегают 4 чувака. И они как бы не стреляют друг друга, да, видно, что они как бы в команде.
Я сразу так немного пересрал, так как, ух, твою ж мать, сейчас сюда забегут и жопа, короче, да. Но я ни хрена себе там засел в том медцентре и просто целился на двери. Чувак, короче, забегают четыре чувака. Пум, одному парел стукнул из автомата, другому забежал. Потом третий забегает, я его там с каким-то топором замочил. Потом еще кто-то забегает с заднего входа, я его замочил. Ну, короче, я один там всю команду, четырех человек с одной команды разнес, в принципе. Если ты знаешь более-менее, как там играть и что там делать, то можешь отлично и выжить. И, в принципе, там тоже есть такое веселье, да, есть тот же экшен, когда ты смотришь там, сидишь в здании и видишь, что за окном кто-то бродит, и он тебя не видит. И ты просто стоишь такой на shift и целишься в дверь, пока он зайдет. И он такой забегает, ему пум-пум, там пару патронов, чувак сдох. Тоже есть такие свои нюансы, в принципе, ребята, если хотите, то можно и вот это поиграть. Потому что, ребята, ну, пиксельмон, я согласен, да, но я думаю, тоже уже согласен. Ну, кто любит пиксельмон, да, те смотрят пиксельмон. Но я уверен, что тоже им иногда хочется, чтобы иногда был не только пиксельмон, а чтобы с кем-то пойти там, куда-то пострелять, каких-то врагов поубивать. Тот же Battlefield, да, но Battlefield не очень многие любят, как я заметил. Тоже прикольная игра, но... Нету такого, что давай Battlefield, как бы есть Battlefield, вот там поиграл, и все отлично. Но нету такого, что ух, там ты убиваешь, там ты... Ну, как бы не то, что ты убиваешь, как бы там, ух, экшен, Battlefield, да. Ну, в принципе, пиксельмон, я еще раз скажу, ребята. Пиксельмон не то, что надоел, но просто иногда уже скучновато, да. Просто. Что мы сейчас сделаем? Каждую серию мы идем, ребята, на тот же остров. Да, ну в принципе сейчас у нас будут стадионы, будем строить стадионы. Но вот то, что я хочу, ребята, если будет еще какой-то дополнительный сезон, типа будет пиксельмон, да? А если будет еще какой-то дополнительный сезон, то в тот дополнительный сезон можно устраивать конкурсы, типа приглашать какого-то человека там раз там в три серии, да? Например, в каждой там третьей серии я буду писать в комментарии, что вот эта серия как бы такая, что в этой серии будет выбираться один человек, который пойдет там, поиграем с ним, да, и кто там... Кого выберется, да, тот и поиграет. Будет и дополнительный экшен, не только пиксельмон, а те же монстры, те же боссы, те же различные моды. И плюс к тому будет, ребята, еще можно и мини-игры. Еще расскажу тоже, с кем-то можно поиграть, постреляться, побивать людей и тоже повеселиться. И если вы еще хотите, то, в принципе, можно будет и вот этот Walking Dead поснимать. Тоже прикольно, не так часто, так как если часто мы будем это снимать, то в принципе там тоже веселья не останется, если каждый день там по серии вот этого будет выходить, то в принципе мы там залутаемся, да, и тоже потом будем просто бегать и ждать. Ну конечно там не так, да, даже если ты там залутался, то тебя там тоже запросто могут слить, такие же, даже без оружия тебя смогут слить, если ты там не будешь осторожный, поэтому... И умирать ты там будешь, и убивать ты там будешь. Поэтому, ребята, это тоже будет прикольно. Ребята, я все сказал, что я хотел, потому что, ну, еще раз скажу, пиксельмон, но иногда хочется чего-то другого. Так что, ребята, кто хочет еще мини-игр, кто хочет еще дополнительного сезона, кто хочет еще что-то, ребята, голосуйте, пишите, какая идея вам больше понравилась. Если есть у вас еще какие-то идеи, то пишите еще и свои идеи. Я тоже читаю комментарии, тоже все посмотрю. И, в принципе, ребята, потому что, ну, сейчас у нас выходит целыми, ну, выходит не то, что целыми днями, а выходит пиксельмон, да, и вот тот сезон с тиранитом, ну, как бы это не то, что дополнительный сезон, но это как бы отдельный сезон, да, там, с тиранитом. А как бы, чтобы был еще мой отдельный сезон, я уже сказал, какие сезоны, а мини-игры тоже можно поснимать, тоже иногда одному, а иногда с тем же тиранитом и еще с кем-то. Поэтому, ребята, пишите, действительно, пишите. Учту ваше мнение, я думаю, вы меня тоже, ребята, прекрасно понимаете, что я имею в виду. Извините, если в этой серии мы, в принципе, нифига не сделали, может, убили там несколько боссов, просто уже не то, что накипело, ну, как это сказать, не знаю, как это сказать, но просто вот высказал свое мнение, что я хочу немного изменить, и во что хочу вас спросить, во что еще можно поиграть. Пиксельмон тоже будет выходить так стандартно, я так думаю, но как бы будет еще выходить... Можно сказать,
дополнительный сезон, дополнительные там мини-игры, дополнительные еще что-то, чтобы было какое-то разнообразие, не только Pixelmon, а чтобы было еще что-то. Если вы хотите, чтобы выходило больше Battlefield, тоже пишите, будет выходить больше Battlefield. Если вы хотите, чтобы можно было поиграть в Rust или тот же в DayZ, пишите, поиграем и в Rust, и в DayZ. Просто я спрашиваю ваше мнение, ребята, так как я его тоже учитываю, что вам будет интересно. Да, есть люди, которым только Pixelmon интересно, а есть люди, которым интересен не Pixelmon, но может быть еще что-то интересное. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете, ребята, так как Pixelmon не то, что поднадоел уже немного, просто иногда скучновато действительно, когда просто сидишь на том же острове и там убиваешь под 200 покемонов за серию, ну 200 не 200, где-то 100, да, и все, и больше ты ничего не делаешь, и даже ни о чем поговорить, можно так сказать. Все, ребята, давайте, в принципе, на этом закончим. Пишите свой выбор, что вы бы хотели. Пишите свое мнение, пишите свои предложения. Можете писать в группе ВКонтакте, можете писать мне в личку ВКонтакте. Вы можете найти, как бы, меня в группе ВКонтакте, да. Можете писать в комментарии, ребята. Учту ваше мнение, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.